Расширяя свои границы, он, в принципе, восстанавливает перспективы своего развития. Здесь речь идет об объединении промышленной зоны. Промышленная зона, созданная в 2007 году, она в силу, так сказать, обстоятельств, отсутствия там необходимого земельных участков на территории муниципального образования города Ульяновска, она оказалась на территории двух муниципальных образований. То есть она прошла, граница между муниципальным образованием прошла по территории промышленной зоны Заволжья. На самом деле это породило массу проблем, потому что в соответствии с федеральным законодательством необходимость, возможность использования бюджетных средств муниципального образования только может быть на территории непосредственно муниципального образования. И таким образом город Ульяновск не имел возможности развивать инфраструктуру промышленной зоны, потому что это находилось на территории другого муниципального образования, большая часть этой зоны. А как бы развитие, возможность такого развития Чердаклинским районом, ну, это как бы отдельный разговор.